Стрельцы, всем привет! Меня зовут Анна Карпеева, и это прогноз на март месяц для вас. Что будет интересного происходить? Затмений в марте еще не будет, они будут в следующем месяце, но под конец месяца мы с вами зайдем в коридор затмений, начиная с полнолуния 25 марта, поэтому будьте внимательны. Плюс с 19 марта планета Меркурий, которая в вашем случае отвечает за партнерские взаимоотношения, за вашу работу, за ваш статус, будет уже подходить к петле. Она еще будет не ретроградная, планета Меркурий, но уже будет находиться в петле. Для вас это означает, вопросы будут подниматься во второй половине марта, связанные с партнерством, связанные с вашим статусом, связанные с вашей работой, с вашей деятельностью. Это могут быть даже бизнес-партнерства, кстати. Если у вас есть бизнес-партнерство, если ваш бизнес построен на партнерстве, то здесь связь с тем, как взаимодействовать. Возможно, вы будете пересматривать, а тот ли человек рядом с вами, а нужен ли он вам вообще. Новолуние 10 марта произойдет в знаке Рыб. Для вас это 4-й дом. Новые домашние обязанности, новое место жительства, новые дела, новые связи, новый исток. Вообще, 4-й дом в астрологии – это, конечно же, то, откуда мы родом. Это место нашего жительства, это место нашего рождения, но также это и место прошлой жизни нашей, то, где мы когда-либо были, нашей внутренней памяти, то, что на нас влияет, то, что нас триггерит и потом воздействует на то, как мы принимаем решения и движемся с вами дальше наверх. Поэтому этот месяц и это новолуние важно для вас с точки зрения вашей реализации и вашей карьеры. У кого-то могут произойти какие-то события в доме с вашей семьей, которые заставят вас наметить план будущего развития на следующие полгода. Возможно, вы задумаетесь о переезде, возможно, вы задумаетесь о том, чтобы обставить как-то свое жилье, о месте, в своем жительстве. Захочется побыть дома, никуда не ездить, а понаходиться дома. Ну, хотя ездить вы будете, и потому что и Венера, и Марс, две планеты, которые у вас в третьем доме, это говорит о том, что вы проходите какое-то обучение, возможно, поездки, которые вы предпринимаете, связаны с получением образования, с обучением, с новыми знакомствами, с какой-то коммуникацией. Возможно, забота о машине, поставите ее на СТО, будете ее чинить. Вот. Либо же задумываетесь о покупке новой машины, да, как вариант. А уже во второй половине марта Венера с 11 марта, она перейдет в знак Рыб. Это ваш дом, то есть траты денег на семью, траты денег на своих домашних, на жилье. То есть либо вы захотите купить машину, либо вы захотите, возможно... Но Меркурий, кстати, он будет в петле находиться 2 месяца, он будет находиться в вашем 5-м доме. А это уже задает фон того, как у вас будет проходить весна. Весна у вас будет проходить под тем, что будет связано с людьми, которых вы любите. Люди, которых вы любите, возможно, бывшие вам напишут, дадут о себе знать. Также это тема детей. Дети, творческие проекты, ваша реализация через творчество или благодаря детям. Не забывайте о том, что у вас сейчас затмения идут по дому людей, которых вы любите. В вашей жизни могут появиться новые люди, любовники, новые знакомства. Но, возможно, это то знакомство, которое вы давно ждали, и вот вы познакомились там с кем-то, да, и полюбили друг друга. Но полюбите вы друг друга еще немножко позже, после затмения. А сейчас это такая как будто бы подготовка. Для вас Меркурий, опять-таки, это... связь с вашим статусом, с вашей работой, предназначением и с партнером. Очень ярко видно, что вы разбираетесь в любви, вы хотите разобраться в любви, вы хотите кого-то полюбить, либо вы разбираетесь уже той любовью, которую вы имеете. Также это может быть беременность, забота о детях в связи с этим, то есть там смешалась у вас работа, партнер, любовь, дети, все в одно. Возможно, это какие-то творческие проекты. Что значит творческие проекты? Объясняю, это то, там, где вы себя проявляете творчески. То есть вам говорят, вот возьми, организуй.
возьми, сделай. Вот возьми, вот подумай своей головой, как это лучше всего реализовать. То есть здесь может присутствовать и другие люди, но тем не менее, это все творчество, оно может как бы вылиться в то, что вот вы можете что-то создать, что-то организовать. И ретроградность, она говорит о том, что если у вас были незавершенные дела в каких-то своих творческих проектах, то самое время вот сейчас подвести итог. Планета Марса, которая отвечает за активность, мотивацию, она находилась долгое время, и февраль, и будет там находиться до 23 марта в вашем доме поездок. То есть это поездки, это постоянная какая-то нервотрепка, то есть вы никуда не успеваете, везде вам надо, кучу каких-то событий. Будьте осторожны за рулем, это может быть ремонт машины, это может быть поругаетесь с кем-то из ближних, родственников или соседей. Либо вы можете поругаться с кем-то на обучении, вы какой-то очень активный, такой вот прямо активность везде, то есть во всех этих сферах, связанных с обучением, передвижением, перемещением, коммуникацией. И уже начиная с 23 марта Марс меняет знак и переходит в ваш дом недвижимости, дом вашей семьи. И там он захочет, он там соединится, кстати, вместе с Сатурном. А это такой новый цикл, который сформирует Марс с Сатурном, который будет связан с вашим домом. Будьте внимательны, скорее всего, у вас могут пошатнуться взаимоотношения. Вы можете понять, что вы не любите кого-то. Либо же вы можете быть достаточно сухим и жестоким. То есть как будто бы, ну вот, можете использовать, да, то есть кого-то. Это вот конец марта. Обратите внимание на свои чувства. Вы можете быть очень холодным человеком или холодной. И вот этот новый цикл, который сформирует Марс с Сатурном, он сформирует на следующие 2 года в вашей семье. С чем это может быть связано? Недовольство, во-первых, своей карьерой, своей семьей, своими отношениями. Вам может казаться, что ну вот, все против вас, все, вы не ощущаете, вы не чувствуете. Кстати, а из-за этого у вас же там и идут, поэтому у вас будет желание отвлечься в какую-то любовь, в какие-то любовные связи, любовные отношения. То есть, чтобы каким-то образом начать ощущать, потому что стрельцы, они же как бы любят, да, активность, там, постоянные какие-то, чтобы были передвижения, интересы. А здесь получается, что Сатурн, зайдя в ваш чертый дом, во-первых, он выгоняет вас из дома, он говорит, боже, ну, тяжело, мне так тяжело, вот прям так тяжело. Не тяжело вам, это время пройдет, не переживайте. Возможно, вы впряглись в что-то, несете очень большую ответственность, да. Из-за этого вы хотите отдохнуть, из-за этого вы можете быть очень агрессивным. То есть, но с другой стороны, если вы направите туда свою активность, начнете понимать, что это не трудности, а это опыт и возможность построить такой очень мощный фундамент, благодаря тому, что вы впишетесь в работу, реализацию, возможно, это работа на дому, которая, да, то есть и все дома вас там на голову, вот же семья, и со всеми нужно там быть, а и нужно реализовываться. И вот такая вот история, она может, вы можете захотеть как бы, да, каких-то развлечений, можете захотеть уйти из дома. Но не уходите, все будет нормально. Ну, следующие 2 года, в общем, в марте, посмотрите, что у вас там в этих сферах. И полнолуние 25 марта произойдет в 11 доме. Вообще это классно, это хорошо, 11 дом, это всегда супер, дает результат. То есть, если вы будете активничать в блоге, если ваша работа или вообще вы хотите стать популярным, если вы хотите получить деньги как подарок судьбы, то вы их получите. Это тот месяц, когда вас вознаграждают. Или нет, зависит от того, насколько вы хорошо поработали, и зависит от того, насколько вы хорошо подготовлены. Вообще планета Сатурн, она включает больше тех, кому, конечно, после 30 они спокойнее проносят. Если вы стрелец, которому после 30, я думаю, что все хорошо. А если вы стрелец, которому до 30, в вашей жизни будет очень много нового интересного. Будете думать, что противостоять системе, но в итоге, как я знаю, система обычно нагинает тех, кто противостоит, особенно до 30 лет. Поэтому обращайте сейчас внимание, разбирайтесь в любви, кого вы любите, что вы хотите, и в вашей семейной жизни. То есть от того, насколько гармоничны будут сферы взаимоотношений и любви, насколько гармоничной будет ваша работа и ваши финансы. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, и до встречи в апреле. Всем пока!